Сапина, мани прийти, Сапини, Саяпини, Аргриези, Аргриези ты. Sapina mani priecīgs, sapini sajā pinīs, atgriezi, atgriezīti. Sapina mani priecīgs, sapini sajā pinīs, atgriezi, atgriezīti. Solo! Rasnie bosi! Уже несколько лет, имеет свой маленький вклад в построение нашего большого муравейника. И каждый из нас таскает по маленькой крапинке чего-то, что является очень важным для того, чтобы мы, как New Vision, могли существовать, успешно работать и делать то, что мы делаем. Так что спасибо вам большое. И что я еще хочу сказать. Вы, наверное, знаете, есть такой Rolling Stones журнал, чарт 500 самых лучших песен всех времен в мире. И я надеюсь, вы согласитесь в том, что эти все песни, ну, я некоторые из них знаю, некоторые не знаю, но, по крайней мере, вы, наверное, согласитесь, что эти все песни, они не были созданы за один день. И они, создавая эти песни, эти все группы, которые там, они воспользовались каким-то вкладом каких-то старых композиторов, каких-то знаний, каких-то теоретических наук, которые они знали, и тогда они сотворяли что-то новое. И также и мы в нашей ежедневной работе, мы должны не забывать то, что мы уже научились, то, что мы имеем как коллективный ум, и сотворять что-то на будущее, чтобы создавать новый value для наших клиентов. И вы знаете, когда делается фильм, то тогда его можно переснять. Когда делается театр, то там один актер может вытянуть всю труппу. Но когда музыкальный ансамбль играет не разобрано, то тогда получается какофония или какой-то хреновый шум. Так что я надеюсь, что сегодня мы посмотрим, что мы умеем делать вместе, и, может быть, мы сотворим какую-нибудь песню, которая войдет, ну, может быть, не в первые 500, может быть, в 501 месте журнала Rolling Stones. Но вечером посмотрим. Так что спасибо вам, желаю удачи и совместной работы. Спасибо, Мила, спасибо. Ну так, готова работа? Здравствуйте, Павел. Давай, Иван! Глубоко, север. Пойти в половину четвертого. Запомните эти, это Юсис и Марко. Четвертое. Перкуссия и грабекли. Все, что звучит. А вы сами сейчас увидите. В принципе, звучит все. И ритм найти можно в любом окружающем предмете. Я так примерно представляю. И начальники этой подгруппы Покемонс и Осис. Офигенно. Пятая группа. Басы. Басы у нас один. Томс Пойш. Найдем туфли.
группа, руководитель Андрей Даниленко. Вот это был гамма, я что? Не-не-не, что я? Покажи, как это я. Ла-ла-ла-ла-ла. А соли мия не можешь? Может. Он можешь. Он можешь. На чёрт, соли мия, вечером. Так, кто идёт? Андрей, т-т-т. Всё, по группам разбиваемся на травке. Мы вас научим петь. В ручки взялись, и тут бригада окружили, познакомились. Так, больше свободу, свободного. Самая северная Прибалтика, идите сюда. Марко! Камон! Так, у нас Виктор, мало Марко. Места, у нас еще брат. Эгли. Вторая группа туховые. Зенит. Начинаем. Кесап, а класс педагог, но. Те учу, клисен. Oh,
Вот знаешь? Баси на сцену, баси на сцену. Ударно-перкуссионная команда. Прошу, командуй, начальник. Тишина всем. Отлично!